жаловать свой стилёчек, этот перед косметологом заехать в магазин. Увидел мятные штанишки, которые на мне выдаются. Думаю, девушка, пробьете на мне, не хочу снимать впадло. Так и поедем. Должна была быть рубрика «Вопрос-ответ», но я не успел. Я не успел никуда. Весь день просто коту под муда, реально. Что лететь без адреса? В никуда-то, в никуда-то. Я сегодня чуть сумку, кстати, не забыл рассказать. Здрасте, здрасте. Мой знакомый поехал. Ну, я сегодня ничего говорю, же ладно. Короче, это самое. У меня спиздить пытался цыганский гуль 4 или 5 лет ему сумку. Как это произошло? Я стою, у меня открыта дверь на пассажирском сиденье, что-то там перебираю в тачке, он ко мне подходит, начинает просить денег. Я его как бы отталкиваю от пассажирской двери, говорю, мальчик, не надо, у меня нет денег. Все на карте, у тебя же нету еще своего личного счета, ты же еще несовершеннолетний. Я говорю, сыбался. А он лезет и пытается взять за цепь мою сумку и типа убежать, понимаете? Ну, как бы, сколько ребенку лет и... какие у него уже повадки. Я уж даже подумал взять номер у его матери, говорю, слушай, может, будем бизнес делать? Подрастает хорошее поколение. Делимся 50 на 50, но ворованное поровну. Он прям, знаете, такой весь жилистый, маленький, такой мужчина в маленьком теле, я вам клянусь. Сильный очень. Когда он полез, я его стал отталкивать, я прям, мне было тяжело это делать, но он такой юркий, сильный, сука.